Весна в самом разгаре. Уже несколько дней средняя суточная температура воздуха в Заречном выше 8 градусов. Горожане начали жаловаться на жару в квартирах. Глава Заречного Олег Климанов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Ресурсоснабжающей организации рекомендовано начать отключать отопление с 11 апреля. С завтрашнего дня управляющие компании ресурсоснабжающей организации перекрывают систему теплоснабжения, которая в домах. Вот, поэтому с завтрашнего дня все многоквартирные дома будут отключены от отопления. Отопление отключат в многоквартирных домах, зданиях предприятий и организаций города. Исключение лишь некоторые учреждения. Детские сады, школы, а также те учреждения социальной направленности, в которых руководители этих учреждений посчитают, что отопление нужно. Но это так, как, например, больничный городок у нас тоже остается с отоплением, уже у нас обращение от руководителей есть. Это театр юного зрителя, это КЦОН, это профилактории. Отопительный сезон 2023-2024 начался 4 октября. С этого момента и до сегодняшнего дня в Заречном не было крупных аварий на теплосетях. Для сотрудников ресурсоснабжающей организации отключение отопления – это всегда начало подготовки к следующему отопительному сезону. Сразу после того, как тепло перестанет поступать в сеть, специалисты приступят к ремонтным и профилактическим работам. После отключения отопления 11 апреля мы приступим к плановой замене отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания намечены после майских праздников. Как правило, они будут проходить в 4 этапа. Каждый этап займет по 3 дня. Для горожан стоимость отопления в апреле рассчитают, исходя из фактического потребления. Как пояснил глава Заречного на своей страничке в соцсети ВКонтакте, в текущем месяце оплата за горячие батареи будет начислена только за 10 дней. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».